Для этих детей Булат Казаев не просто учитель физкультуры, а наставник. Он вдохновляет их на новые рекорды и, самое главное, его стараниями они влюбились в спорт. Все свободное время школьники посвящают тренировкам. И это лучшая альтернатива вредным привычкам. В 2017 году по результатам сдачи норм ГТО его учащиеся получили золотые и серебряные знаки отличия. Личным примером показывает, как себя нужно проявить. Он является членом команды сборной Большинского района, по многим видам спорта представляет образование на областных соревнованиях. А вот для Булата примером стали его родители. Отец ставил рекорды в легкой атлетике, а мать – постоянный участник соревнований по волейболу. Теперь он сам призер различных состязаний – от сельских до областных. Мне очень нравится своя профессия, поэтому я ее и выбрал. Потому что я очень люблю работать с детьми и... Я считаю, что это мое призвание. В школе ведет дополнительные занятия по волейболу, воспитывает будущих чемпионов. Дети рвутся на эту секцию просто, готовятся. У меня сын, вот как начал ходить на эту секцию, стал как бы вот с вечера уже готовить вещи, уроки, более ответственно. Глаза горят. Не так давно его назначили директором бассейна «Олимп» в Большой Черниговке. К плаванию привлекает не только детей, но и представителей старшего поколения. Разработал новую программу. Каждый день здесь проводятся групповые тренировки, занятия на водных тренажерах, акваэробика. Вот эта любовь к спорту, которая была у него, он очень активно передавал своим воспитанникам. Поэтому его дети очень любят, с удовольствием занимаются у него. И даже уже будучи сам специалистом, он всегда принимает участие в соревнованиях. Заниматься любимым делом и достигнуть в нем больших успехов можно и на малой родине, считает Булат. И доказывает это собственным примером. Поэтому он участник общественной акции «Где родился, там и пригодился». Здесь можно также реализоваться, как и в городе. Также существуют программы в помощь молодым специалистам. Вот мне, как молодому специалисту, дали квартиру. Муниципальное жилье, дали подъемные 250 тысяч и ежемесячно доплачивали 5 тысяч. Это огромная помощь для молодого специалиста, и на нашей родине можно реализоваться максимально. Таких же увлеченных молодых специалистов в Самарской области тысячи. Многие из них в этом году приняли участие в общественной акции «Где родился, там и пригодился». Агрономы, педагоги, врачи, соцработники. Свои голоса за них отдали более 200 тысяч человек. Сейчас межмуниципальный этап позади. На финишную прямую вышли 12 участников. Совсем скоро победитель будет определен. А телерадиокомпания «Губерния» продолжает рассказывать о номинантах. Все выпуски проекта «Где родился, там и пригодился» можно увидеть на сайте губерниятв.ру.